Татьяна Шатохина – предприниматель. Продает в Сочи мужскую одежду. Говорит, в бизнесе часто меняются правила игры. За изменениями в законодательстве нужно успевать. Чтобы грамотно вести свое дело, Татьяна обращается в Центр поддержки предпринимательства. Мне надо было перейти, выбрать систему нового налогообложения, чтобы я могла работать уже с маркированным товаром. А также получить консультацию по внедрению маркировки в бизнес. Маркировка – это цифровой код для защиты от подделки, злободневная для предпринимателей тема. Нововведение для целой группы товаров не за горами. В России вводится обязательная маркировка товаров. Сейчас это на лекарственные препараты, на обувь, на одежду вводится. Ну и, соответственно, на табак. На табак введена с 1 января 2019 года. Естественно, в Центре поддержки предпринимательства постоянно, ежемесячно практически мы проводим семинары на эту тему. Все время приходят предприниматели, у них постоянно возникают вопросы. Почему? Потому что эта система только вводится. С начала года Центр поддержки предпринимателей уже провел более 1000 консультаций. Они абсолютно бесплатны здесь. Предприниматели могут задать любой вопрос по ведению бизнеса. У нас в городе Сочи действует муниципальная программа поддержки предпринимательства, которая предусматривает ряд мероприятий, включающих в себя консультационную, финансовую и имущественную виды поддержки. Консультационная поддержка является основным мероприятием. На нее ежегодно предусмотрено порядка 1 000 000 рублей. Путем заключения муниципального контракта мы размещаем Центр поддержки предпринимательства. На сегодняшний день он действует в торгово-промышленной палате. Там любой предприниматель города Сочи может на безвозмездной для себя основе получить консультационную поддержку индивидуальную, а также поучаствовать в бесплатных семинар-консультациях на актуальные темы по развитию бизнеса. К таким темам у нас сегодня относятся внедрение онлайн-касс, система ЕГИС и другие темы, которые на постоянной основе для предпринимателей проводятся. Центр поддержки у нас находится по улице Кубанская, 15. Бизнесменам в Сочи, кроме консультационной, оказывают также имущественную поддержку и финансовую. Благодаря фонду микрофинансирования они могут получить льготные кредиты. На поддержку малого и среднего бизнеса сегодня направлен и целый ряд нацпроектов. На Кубани действуют и региональные. В целях реализации национальных проектов нам необходимо достичь максимального количества занятости населения в малом и среднем предпринимательстве. Это основной целевой показатель, который предполагает увеличение почти в 1,5 раза за 6 лет количества людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве. В Сочи сегодня зарегистрировано 36 тысяч предпринимателей, ну а всего в этой сфере в городе занято порядка 83 тысяч человек. Инга Габеша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.